Короче, вот мы уже идем с Иркой на автобус. Наш чувак, короче, нас кинул. Мы, блин, постояли, подождали его, ждали, пока Диме принесут телефон. И этот чувак куда-то упетлял, и мы идем сами на стоянку. Дождь. Будем искать наш автобус в дождь. Да, вот Ирка в капюшоне, а я под зонтиком. Я не делюсь с ней зонтиком, потому что у нее есть капюшон. Потому что ты не мужик. Я ж держу, вот. Шучу. Шутит она, шутит. Савел очень воспитанный мальчик. Ага. Очень сильно. Вообще-то я ее на руках с второго этажа вынес. Да, да. С пожара спас. Не, Савел вообще по жизни очень воспитанный и очень хорошо. Так очень, что родителям очень. Респект. Респект и уважуха. Все, мы уже идем сейчас на стоянку, будем искать нашего водилу и валить с Киева в Ровно, в гости к Мише. Там нас уже ждут Миша и Дима и много фанатов. У нас остановка, наконец-то, уже так сильно болит жопа, уже 2 часа едем на вот этой маршруточке вот сзади с Иркой вот. И, блин, уже ждем не дождемся, когда доедем в Ровно. О, она что-то увидела. Что ты там нашла? Коник. Боже, дурне. Боже. Такие надо, наругали. Какая прикольная игрушка. Вот это лев. А вот это что такое? Что это за игрушка? Дети будут бояться, когда ее подарят. Вот была бы ты ребенком, тебе подарили такую игрушку, что бы ты сказала? Какие твои... Я после этого вообще не разговаривал. Так, друзья, мы приехали уже в город Ровно. Мы находимся уже в Ровно. Мы только вот вышли с маршруточки и ждем наших ребят. Здесь будет Мишка. А, Мишка, окей. Все, мы ждем только Мишу и гоу-гоу на фан-встречу. Вон он идет наш, вон. Мишка, люблю. My brother. Миша. Нас разделяет всего лишь одна дорога. Одна и все. Не трясься. Я счастлив, я счастлив. Это... Класс, привет, ребят. Привет. Курточка. Итак, друзья, мы уже вышли все движухой, валим на фан-встречу. Не, сначала мы пойдем поедим, а потом мы пойдем на фан-встречу. Короче, у нас тут еще влогеры вот сзади. Лицка Таранько. Сейчас я думаю. Я думаю, что у нас слишком. Топ-модели просто. Слишком много влогеров. Я что-то не понял. Миша, расскажи, как твои впечатления от того, что сколько людей приехало именно к тебе? Я безумно рад, потому что я приехал к тебе, а ты? Ой, захожу я такий, короче, в свою хату, дивлюся. Знаешь, як я захожу я домой і бачу там всіх оцих габел. Я насправді дуже радий, тому що одна річ бути з ними на проєкті, а зовсім інша річ, коли ми в звичайному житті, ребята, всі ми класні, всі ми тягаві, і ви не бійте до нас підходити, тому що, ну, блін, ну, от так. Ми простиї. Ми простиї. Ми теж какаємо, да. Пісяємо, да. Теж хочемо їсти, да, теж любимо сладкі, якщо що, на фан-встречу приносите, от так от. Бандани. Все. Бандани, так. Да. В общем, гайс, мы пришли все немного подкрепиться перед этой встречей. Блин, вот кто-то всегда испортит мне кадр. Давай. А куда сам? Залезу до Роскова. Пришел новый сезон. Кто-то опалил пальто. Опалил свое пальто. Залезу до Роскова. Опалила пальто. А ничего, что у нас пятеро. Опалила пальто. Лиза до Роскова. Лиза до Роскова. Ира Майсер. Центр Маньян. Дмитрий Харламов. Да, окей. Короче, блин, мы идем пешком. Это очень странно, так как
Так селебрити, вообще-то мы звезды, селебрити, ничего страшного, в плане Лизоньки не Ой, хочет ладно, идти. Хорошо, не надо, пожалуйста, это вставлять, потому что все буду думать, что я должна сделать. В самом деле, ребята, если ты я знаешь, шучу, это вставлю. А про то, что это шутки, ты не вставишь. Нет. На самом деле, ребята, я хочу обратиться к своим хейтерам, которые смотрят блоги Самвела. Меня обсирать в комментариях. Я очень ранимый человек. Зараз сразу налью. Весь Париж. Надо будет стать умнее. Видите, мы идем атаки сразу туда. Ха, мы уже идем. Скоро будем на ходу. Миш, пошли песню. Пошли. Куда? Я под тем деревом. Под тем, а я под тем. Дима, ты с нами идешь под одно дерево писать? А? Вы писаете? Мы хотим писать. Я не хочу пописать. А девчата, вы хотите писать? Я хочу. В общем, мы уже зашли через задний вход в Златоплаза, и вот-вот сейчас будем выходить к ребятам, там уже много людей, и мы хотим, чтобы за нами сейчас пришли, потому что мы туда не пройдем. Я не могу набрать. Дим, подожди, мы погалим с Артуром. Пошли, мы просто... Капец, короче, Лиске стало плохо, бедненькая зайка сидит, блин, пусик мой. Сейчас и будет хорошо. Водичка для Лизы. Водя, чья это машина? Так, ребята, мы сейчас уже заходим, идем. Вот сейчас там уже много людей. А где охрана? Там есть? Там, побачь, на дропах. Идем ты разом, помогай. Бегу. Вон они. Идем, ну, короче, сейчас мы уже заходим, ребята, сейчас там уже очень много людей, и мы уже вот поднимаемся, и сейчас уже будем заходить. Уже вижу много. Ой-ой-ой! Класс! Так, поднимаемся наверх. Охрана, секундочку. Так, и так бегом, можно на секундочку пройти. Можно? Стоим так, щоб був прохід. Подкачала. Так для моєго влога. Я отвечу на вопрос, за що було слышно. Сейчас, я дальше поговорю. Все видели рекламу на сервисе? Да, можно дати приз? Ого. Ой-ой-ой, який гарний сенс. Це тобі подарунок. Передайте, будь ласка. Дивіться, я говорю, напевне, саме багато, але я... Я пролайкаю просто. Класно, я вас тут вам встретил. Короче, я сейчас расскажу, что... Вот, я уже нашла себе агентство, я худела, там, лара-лара. Потом я набрала, начался проект. Вот, и это, короче, получилось случайно, типа, что я поправилась. Я, типа, такой раньше не была. Вот, и изначально я хотела быть моделью. И не шла, типа, на проект, чтобы там тренд, дали сценарий, сказали, Лизка, повыливай воду, Лизка, побейся с Ленкой, замути с Физруком, еще что-то. Не-не-не, такого не было. Вот. Скажи, чи ми будемо одразу йти на вулицю? Окей, давайте також. Хто хоче на вулицю? А хто ще залишиться? Окей, ми залишаємося. Закрой глаза, все постепенно. И тебя никто не заменит. Утро подарит нам это мгновенье. Холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее. Касания трепетные и безмятежные. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Фото и с автографами. Пролайкати вас, підписатися на вас, Златоплаза, сувенір для вас. А коротко розкажу вам про студію. Это просто трэш, реально, вы видели, сколько там людей, мы реально выбегали сейчас за руку, за друг дружкой, потому что это просто невозможно. Дима, ты ожидал такой фан-встречи вообще? Ребята, самая большая, я не знаю, у кого еще такая была у нас. У грибов такой нет. У грибов такой. Это видео я выложу на следующий урок. Класс, Дима, давай. Готовились, значит, мы готовимся сейчас. Ребята, у Миши 100к, но он об этом даже не знает, потому что у него сел телефон. У Миши сейчас 100к будет, уже есть 100к, и мы сейчас будем отмечать это. Ты и поздравлять Мишу. Это 100 тысяч в нашем сезоне. Он самый крутой.
пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сэм, до встречи!